Вы так хорошо говорите про принцессу Диану, вы так хорошо говорите про балет, и вы мастерски умеете уходить от вопросов, потому что вы на вопрос о второй книжке, будет она или нет, мне на самом деле так и не ответили. Поэтому я приступлю к любимой части. Значит, мы заканчиваем передачу игрой. Называется «Игра в правду». Да. Двигаться не надо будет, показывать ничего не надо будет. Надо будет отвечать на вопросы, которые будут задавать. Это новость, меня об этом не предупреждали. У меня есть шанс отказаться или нет? Не, ничего страшного нет. А, хорошо. Нет, конечно, нет, ничего страшного. У вас есть шанс отказаться отвечать на вопрос. Да. Вопросы не мои. Это вообще, вы с Гошей Куценко знакомы, нет? Ну, да. Но это вот он нас научил. Это его по какой-то проект был, «Игра в правду». А может, я вас научу делать батман тандзю, и вы с каждым вашим гостем будете делать батман тандзю? С этим мне гораздо проще. Смотрите, здесь есть четыре фишки четырех цветов. И карточки тоже, соответственно, четырех цветов. Вы вытягиваете фишку. Соответственно, такого цвета выбираете вопрос, зачитываете его. Можете сразу отказаться, что я не буду отвечать на этот вопрос. Можете сказать, это тоже ответ, я считаю, всегда. Вот. Ну вот, собственно, и все. Отец наш ненавидел две вещи. Когда я вязала и когда мы играли в карты. Голубенькая. Ну, это, вот сразу вот она. Вот это, да? Ну, давайте все-таки вы, чтобы все по-честному было. Зачитывайте. Вопрос на подумать. Да. Есть ли у вас сейчас долг, который вы на самом деле не планируете отдавать? Нет, долги надо отдавать всегда. Ну, что ну вот, видите, а вы боялись. Такой вопрос-то вообще на самом деле. Дело чести. Я люблю, когда красные вопросы. Да, да. Они какие-то с перчиком? Да, да. Ну вот, ну вот, видите, просто опять же подумать, что мы договорились. Это называется откровенный вопрос. Изменяли ли вы когда-либо своему партнеру, возможно... Не текущему. Не текущему. Вы знаете, это так современно. Может, здесь про бизнес-партнеров речь? Ну, может быть. Но, знаете, все равно же ты как-то вот сразу однозначно воспринимаешь. И вы знаете, вот это веяние времени, вот так, так понебратски говорить о вещах, о которых просто говорить даже непристойно, понимаете? Угу. Вот, я думаю, что в этом и ответ. Вот, я не знаю, мне кажется, что вот это... в нашей школе мы стараемся внушить девушкам, что стыдливость, честь и достоинство – это одно из самых главных достоинств каждой девочки, девушки и женщины. Вот когда я вам задал вопрос насчет темперамента, я смотрю, сейчас я видел очень темпераментную женщину. Последний. Последний. Красный опять. Вот видите, все-таки есть магия слов. Вы меня провоцируете. Магия слов есть. Вы всегда можете отказаться отвечать. Только смотрела блистательный спектакль, который поставила Галина Волчек в театре «Современник», где играет Лия Хиджакова и еще одна замечательная актриса. Валентин Гафт, да, так, игра в джин. Вот, слушайте, прям у меня такое ощущение, что мы с вами играем в джин. Откровенный вопрос. Какие привычки вашего партнера вас раздражают? Раздражают? То, что вы, вот мой партнер по передаче, предлагаете мне не батман тандю делать со зрителями, а вот эти самые отвечать на эти вопросы. Вот, и вы доказали, что я был прав в том смысле, что вы и дипломат еще. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».